Еще одно значимое событие 14-й медианедели. В редакции газеты «Люберецкая панорама» состоялось торжественное вручение медалей, посвященных столетию Союза журналистов России. Памятную награду получили 5 сотрудников СМИ городского округа Люберцы. Среди них генеральный директор телеканала ЛРТ Екатерина Дегтярева. Можно творить, творить, творить. Ну, главное, конечно, не натворить. Так вот, судя по тому, что я получила награду, значит, я не натворила, а хорошо сотворила в этой жизни, что удостоилась такой чести. Конечно, она значима, и я с гордостью пронесу это воспоминание через всю свою жизнь. Медали, выпущенные ограниченной серией, люберецкие журналисты получили из рук председателя Союза журналистов Подмосковья Натальи Чернышовой. Во время встречи она обсудила с представителями СМИ программу очередной медианедели. В этом году она имеет акцент, связанный с 75-летием Победы. Мы и обращались к коллегам, и инициировали проведение встреч краеведов, опытных журналистов и молодых начинающих журналистов, студентов и школьников, с тем, чтобы как-то приобщить их к этой исследовательской поисковой работе, с тем, чтобы записать рассказы ветеранов войны.